Ну что, ребята, видите, вечерний привет вам с Южной Дакоты еще раз. Последний. Смотрите, мы своим тандемом с доченькой. Не пошла она на волейбол, говорит, нет, мама, хочу с тобой побыть. Пойдем с тобой погуляем по городу. И я ее как не уговаривала, говорю, иди, надо на волейбол сходить обязательно. Нет, говорит, пойдем и все. Уставшая еще сегодня. Думаю, я лучше с мамой похожу. Больше пользы принесет. Как-то собиралась, думаю. Как-то грустно мне на волейбол идти. Я лучше с мамой пройдусь. И пошли мы в центр. Дочь говорит, ну что, мам, может в юбилейный сходим на Валтайский? Я там в юбилейном магазине любила отдел один. Ой, господи, я как приду туда, я прилипну к витрине с украшениями. Меня там все знали. Я туда... С бижутерией. Да, с бижутерией. Я приду и смотрю на них. Она любительница была бижутерии. Мы покупали ей бусы раньше. А я не так давно вспомнила. Говорю, ты же сюда привозила бусы. Где они? Пошла, короче, достала куча бус. Ой, дома еще. Ну, дома я что-то отдала, что-то выкинула. Думаю, что их хранить. Что-то осталось. И лазила, искала. Ну, и когда смотрела бусы, рассматривала. И нашла браслетик. Были бусы у моей мамы. А, я не знаю, что это были за бусы. Но это были мои любимые бусы на маме. А мы, когда Наташа подросла, она любительница была этих бус. Ей все дарили бусы. И моя мама подарила ей эти бусы. И мы сделали из них ей бусы, как бы. И браслетик. Так вот, бусы я не нашла, а браслетик я нашла в этот раз. Думаю, ну надо же, а. Вот память. А я помню, сколько по молодости еще. Я еще маленькая была, у мамы были эти бусы. Даже если бы она сейчас была, я бы спросила, сколько они стоили. Они что-то стоили очень дорого. Такие, знаешь, вишневые, темно-темно или бордовые темно. Слушай, а у тебя есть паспорт с собой? Нет, а что? Да я хочу зайти с тобой в бар, выпить дринк какой-нибудь девчачий. Вот дело. Прикиньте, ребята. Зайти, говорит. Паспорт, говорит, есть. Какой мне паспорт? Ну, они же просто, они проверяют. Надо, не надо, они берут, проверяют. Обалдеть. Ну, может, не спросят, но у меня-то есть с собой. Так что пойдем зайдем. Ты что, меня захотела повезти в бар? Я же только что сказала. Хочу повезти тебя в бар. Ну, один напиток выпьем, господи, что там, алкоголя-то нет. Я свою любимую богаму маму выпью. Я люблю, по-моему, это из рома. Ром. Еще что-то. Или сангрию. Пойдем куда-нибудь зайдем. Раньше было вино сангрия, я думала. А тут сангрия называется. Сангрия — это напиток. Ой, скользко очень. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, аккуратнее. Не дай бог. Это, блин. Я береглась тут. Я говорю, сейчас как ногу сломаешь мне тут. Аккуратно иди. Давай, выключай, зайдем в бар, короче. Да как ты знаешь, я почему-то захотела в бар, мне интересно. Почему нет? Что, нам кто-то запретит, что ли? Или что? Мы пешком идем, мы пьяные. Пенным вождением не собираемся заниматься. Ну, мы в кафе зайдем, а не в бар-бар. Идем мимо какого-то магазина. Я не знаю, что это, антикварный. Тут такие машинки, хоть бы видно было. Какие классные машинки. Я даже ценника не вижу. 19.50 они стоят. Все, что ли? Да. А вон та какая, Rolls-Royce? Да прям там Rolls-Royce. Это что? Это Ford, мам, это не... Rolls-Royce же не американская машина. А, вон Cadillac. Все... Что вот это такое? Не знаю. Да их на выставку поставили. Ну, может, кто-то Нет, не выставка. Это кто-то собирал, на продажу. Да, принес. Ну. Вон барабаны какие-то. Ладно, сейчас дойдем. Неудобно снимать. Или это крылышки? Нет, это целый фазан, по-моему. А как, их засушивают, что ли? Смотрите, в окошко наверное, заглядываю. Да. Смотрите, какие... Я не вижу, есть башка, нету. Так вот, $5 подойди, стоит. Короче, да. Вот эта вот фигня. Пылесборник этот.
Еще повешаю, еще как какие-нибудь насекомые заведутся, да? Не говори. А это что там, пулемет, что ли? Угу. Пушка какая-то. А вон Трамп стоит. А вон там еще панно из этих фазанов. Ой, смотри, гитары. Гитары. Чего только нету. Пойдем сюда. А, вот еще гитара. Это электрогитара. Вау, $599. Обалдеть. Что она такая дорогущая. Снимай, заходи. Все, девочки, мы заходим в бар. Сейчас набухаемся. Будем выползать все. Здесь люди сидят вообще-то раздетые. Интересно, мы наелись и пошли. Что у тебя? Ничего нет. А? Нужно? Я говорю, ничего нет. Я говорю, что за наряд? Кофта твоя зеленая. Ну, у меня, смотри, что разноцветная тоже. Я тоже нарядилась, я в леггинсах. Типа в колготках, короче. И я там же. Ой. Ой, я думаю, что за человек это торчит. Что ты будешь? Будешь? Я буду диетическую колу. Диетическую колу? Будешь сангрию? Я не знаю, что это такое. Маленький напиток хочешь? Да, маленький напиток. Маленький. Что, возьми что-нибудь. Давай одинаковые возьмем. Я просто знаю, что мне это нравится. Я сильно пьяница пришла заказывать этот напиток. Не знаю, что заказать. Леди. Леди. Смотри, полный бар. Ну, да? Сколько народу. Да, вечером, потому что... Работы пришли. Видите, ребят, сколько здесь народа? Обалдеть можно. А сколько работников, мама дорогая. Ой, мне что-то даже ID не спрашивает, я что старо выгляжу. Мне прическа плохая. Ты, наверное, с большой женщиной. Пришла мама с дочкой в бар побухать. Не знаю. Я там-то хотела сказать в Казахстане. В России-то ни разу не была. Ну, Варя, здесь со мной посидишь? Не говори. Со своей дочкой? Ой, девочки, знала бы я, что я сюда пойду. А то стыдно раздеться даже. Мне тоже. На, показывай. Чего-то с чем-то нам размешали. Как это называется? Багама-мама. Багама-мама. Да, это мой любимый напиток из всех. И мне точно такой же. Я одинаковый заказала, чтобы сильно... Чтобы это... Не знаю, может, тебе не понравится. Как тебе? Так он с водкой. Ну, и может, и водка там. Ром. Ром, а, ну алкоголь какой-то точно есть. Ну, вкусный? Угу. Окей, будем пить. Спросила, можно ли лимон съесть, который у нас на напитке был. Я говорю, нет, нельзя. Шутит. Я вообще обожаю лимон, особенно если его посолить. О, а что ты текилу не взяла? Взяла бы этот шот. Ну, я просто тебе взяла то, что я сама пью. Текилу я пробовала, а это нет. Ну, ладно. Скажи мне, как? Ребят, время идет, что-то народ подтягивается, да? Да, не то, что подтягиваются, меняются. Мне кажется, еще больше народу встает. И все. Эти бегают с разносами. А, я вспомнила, я тут рот открыла. А, сегодня же игра. Поэтому сюда пришли. Местного, да, это спортивный бар. Понятно. Смотрите, сколько телевизоров всяких разных. Вот на одной стене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 телевизоров. Вот мы сидим здесь только 4 вот перед нами. Мне не нравится
это вот что к чему, сколько телевизоров. И он там считает. И везде разные, и глаза разбегаются, не знаешь, куда смотреть. Ну вот, например, студенты, если у них нет телевизора, они приходят сюда поторчать, покушать и посмотреть, да? Да ну студентов-то особо не видно. Тут а смотрите, какие возрасты. Нет телевизора. Вот в возрасте народ. Студенты тут, какой возраст? Ну вот возраст, ну, да, вот. За ними студенты вообще 18-летние, наверное, сидят. Понятно. А работают тут студентки в основном? Вот куда мы попали с дочерью. А вот эта девочка в спортзал со мной ходит. Ну и тут и ребятишки есть. И дети есть. Посидели мы культурно. А я-то даже не вижу. Сколько мы напили? $13 за два дринка. За два дринка 13 баксов? 6.50. За один. Понятно. Спасибо, леди, нам сказали. Я ему дам $2. За то, что спасибо, леди? Ну, ничего же особо не делал, но сделал он дринк, ну и спасибо. Если бы он с нами стоял, базарил. Ну, хотя я не хотела, чтобы он с нами базарил, так что $2 хватит. Ребят, даже в туалете телевизор, представляете? Мне кажется, я опьянела. Так, ладно, мы пошли домой. Напугала дочь, сори. Дочь, а что тут второй этаж еще есть? Ну да, летом он открыт. Я представляешь, вместо туалета на кухню приперлась. Ну и что, спросила, они меня еще и отвели в туалет. Что ты у них спросила? Туалет спросила, Бафу. А я это? Что, не наорали на тебя? Нет, прям да, вообще так по-доброму проводили. Там даже в туалете телевизор. Я окосела, мне было пофиг. Да, я тоже окосела, я когда выпью, в телефон загляну, и я в телефоне. Это вот бильярд, ты оттуда заходишь, тут бильярд. А ты говорила, танцклуб там, что ли, танцует? Bar and nightclub. Bar and nightclub. Открывается в 9 вечера. Он закрыт. Короче. Тут пройдем. Я хотела сказать. Я вот, знаете, иногда смотрю на женщин, которые сейчас, подожди, там нельзя идти. Которые там останавливают своих мужчин в питье. Я думаю, а что их останавливать? Ну, они же взрослые люди, сами знают. А потом, когда сама выпью, мой муж меня начинает останавливать, потому что я не знаю меры. Я если начну, вот я редко выпиваю, но если я начну выпивать, то меня не остановить. Ну ничего ты даешь. Я никогда. Мне начинает быть весело, мне хочется, чтобы было еще веселее. Я никогда так не делала. И, собственно говоря, и не то, и не другое. Какая ты молодец. Да. Ты никогда так не делала. Я никогда папу не останавливала в питье. Хотя мне Царство Небесное свекровь тоже говорила. Лариса, что Юрка пьет? Почему? Скажи ему, я говорю. Он сам взрослый, сам знает, когда ему остановиться, если выпивает. Не, ну иногда мне нужно это. Но это последний-то раз. Торит, говорит, я, говорит, тебе говорил. Ну, ты это... Как-то плохо он говорил. Он говорит, ты мне сказала, я большая девочка, я сама знаю, отвали от меня. Я говорю, что-то не помню этого. Ты как-то мне не настаивал, видимо. Ну. Видно, было в его интересах, чтобы я напилась. Наверное. Преследовал какие-то цели свои. Да. Смотри, на улице нарисованный декор. Надо же. Да? Идем сейчас море по колено. В смысле, хорошо-то как? Вася! Вася. Ой, смотри, как нарядили. Как симпатично. Когда-то я была в таком вот магазинчике, вот где-то здесь. Не поверите, ребята. Аккуратно, мам, очень скользко. Иди вот там.
Я вошла в этот магазин, да? Там, короче, вот, наверное, этот магазин. Там, не знаю. Показывали это по видео. Ну, я просто в этот раз вообще мам, ты здесь... как снимаешь? Ты вообще смотришь? Вообще снимаешь? Не заходила. Чё ну, смотрю? Повернула камеру. Ну, я в окошко показывала. Я хочу сказать, там было столько кукол. Мама дорогая, вообще. Нереальное количество. И цены у них были поднебесные. Ой, Наташа, смотри, сколько бус. Ой, маме. Что, может разбить витрину, взять бусы? Не говори. Да они какие-то все страшные. Если переделать, то тогда уже ладно. Пойдем. А вот твоя любимая бижутерия. Ну, это красиво. Блин, это красиво, потому что блестит, да? Нет, это винтажное. А вон, винтажные. Смотри, сколько там, вон, дальше. Мам, ты не умеешь вот так камеру держать? Нет. Вон, смотри туда. Да. Так, ходим через витрину, заглядываем. Мне ни разу не захотелось сюда прийти даже. Да, потому что они открыты с 10 утра до 5 вечера. Ну, когда это ходить? А по воскресеньям закрыт. Я же тебе говорила, ходи возле вот так. Вот ты сейчас дроболызнешься. На, держи свою камеру. Все, я выключаю. Или выключаю камеру, ее, да. Я хотела сказать. Ребят, проходим мимо клуб. Кому за 50, наверное. А может за 70? Не знаю. Тут уж даже на колясочке приезжают. Если что. Кому за 300? А что они тут делают? А они играют в бинго. В понедельник, четверг. Пятницу. Три дня, да? В неделю? Да, в среду. А сегодня среда. Написано закрыто. Не знаю. Может, сегодня четверг? Может, я ошиблась? Ну... Нет, сегодня среда. Может, перенесли, к примеру, с четверга. Они же там все друг друга знают. Может быть. Фу, накурено как будто бы пахнет. Все, выключаюсь, потому что очень скользко.